Кажется, лес изменился за зиму. Всем привет! Или я не туда еду, или лес изменился. Кажется, я не на ту дорогу свернула. Как я так могла? Кажется, что я здесь даже никогда не была. Уже ровы накопали трактором, поэтому я, наверное, не узнаю. Канавы накопали по всему лесу. А, я проехала кругом. Все, поняла. Я должна была вот этой дорогой ехать. Вот я на нее выехала. Люба, чудо, чудо, Люба.
Вот где свобода. Вот где красота. Нет, я все правильно еду. Я чуть-чуть просто не той дорогой заехал. Там потому что перекопали сильно. Я сейчас поцарапаю машину. Да? Да, пойду попробую убрать. Ой, блин, какая там яма. А интересно, она глубокая или нет? Ой, не знаю, там еще и валяется бревнышко.
Была не была. Фух, проехали. Бег с препятствиями. Я боюсь незнакомых луж. Я ж девочка. Я и должна их бояться. Интересно, это мой поворот или нет? Не помню. Опять не помню. Птички поют. Нет, это, наверное, не мой поворот. Это первый. Смотрите, уже все зеленеет. Класс. Так, поедем дальше. Мне кажется, мой став следующий поворот. Если нет, значит, вернемся сюда. Наверное, это был мой поворот. Надо же, за зиму забыла лес. Как так бывает? Разве так бывает? Вот он мой поворот. Нашла. Я его нашла. Здесь живут мои лосюхи. В том году жили. В этом году не знаю.
Птички поют. Здорово. Водичка. Я вообще приехала на болото за мхом. Посмотреть, есть он или нет, встал он или не встал. Божечки. Какая красота. Где-то машина, слышу. Ага. Где-то ездят машины. Я не одна. Вот это место. Вода не уходит даже летом, когда сильно жарко. Сюда лосюхи приходят пить. Вот здесь. Ну, это начало болота. Моего болота. Ой, пчелка жужжит. Или кто это? Улетел, не хочет сниматься. Спрятался. Ой, как попадали деревья. Они и так-то здесь в болоте всегда валяются. Какие-то белые бумаги валяются там. Видите, еще сколько воды здесь. И здесь мха нет. Он есть, но он еще не вылез. Ой, тону. Он есть, но он еще... Вон он где. Он еще лежит. Видите? Он еще лежит.
что даже и не полезу туда. Вот он. Видите? Ой, провалилась. Ой, усасывает. Ой-ой-ой. О, след лосюхи, между прочим. Ой, меня присасывает. Так, он красненький, вижу. Он на пригорочке, вижу, встал. Полазю, в общем, я чуть-чуть здесь, с краешку хоть. Может, что-нибудь соберу. Вот оно, богатство. Обалденный, самый классный мох, девчат. Вообще, пусть еще не такой длинненький. За длинненьким еще не добраться. Но вот этот уже есть. О, какой. Красавчик. Змеюку бы не разбудить каких-нибудь. О, здесь подлиннее. Видите, он лежит еще. Вот он. Какой шикарный. Где-то еще видела. Он еще под травой, видите, не вылез. Ой. Видали? Красненький, классненький, классненький, красненький. Вот он, мох, который любит орхидеи. Супер вообще. Нет. Еще снег лежит. Вот оно. Вот оно. Богатство лесное. Я ж не уйду из леса пустая. Это однозначно. Это буду не я. Вот. Коры пока не нашла. Представляете? Нету упавших деревьев с корой. Ну, которые нам нужны. Вот. Но пока особо и не искала. Так. Это одна сумочка. Это вторая сумочка. Сейчас я отсюда переложу в эту сумочку. А так, поплотней набью. Это из первого леса, это я уже во втором. Здесь болото повыше. Поэтому, о, какой вот этот первый прям сильно мокрый. Этот уже на возвышенке такой собирала. А этот очень мокрый. Но ничего. Ой. Высохнет. Подсохнет. Зато красота. Свежак, девочки. Свежак. Пишите скорей в личку. Кто хочет. Опа. О, какой. Но он весь красный. Вот, весь жирный, весь смачный. Так что пишите в личку. А я пошла. Фу, со второй сумочкой.
Думаю, еще одну наберу. Много, конечно, сейчас нету, потому что сложно его еще искать везде. Вода. Ну, думаю, что еще одну наберу. Это не болото. Фух, а я пошла туда, в болото. И что ты тут жужжишь возле меня? А? Ты тоже трудишься? Я не мед. Где ты? Вон она. Трудяга. Как быстро летает. Ой, все. Потерялась. Ой, девочки, на улице жарище, ёкарный по голове. А я тут чуть ли не в тулупе. Еще пока ни одного клеща на мне. Представляете? Ну, я потихонечку гуляю. Красота. Лепота. Я не могу нарадоваться, честно. Вы меня ругаете там, наверное. Я вам отключила комментарии на старых видео, которые с грибами выпустила для вас. Но у меня были такие 2 дня. Не очень хорошие. Как-то было грустно. Вот. И мне не хотелось, чтобы вы грустили. Вот. А сегодня я в лесу, и у меня самое лучшее настроение. Чего и вам желаю, мои хорошки. Вы посмотрите на эти просторы. Ой, здесь грибов нет. Мозгов здесь нет. Здесь летом есть боровики. Вот. Но я думаю, что в этом году они пораньше будут. Ну, хотя сыро только в болоте. А в самом лесу очень сухо. Возможно, земля-то уже и сырая внутри. Еще точнее. Слушайте, я воду уже выпила. Кстати, я купила себе 5-литровую баклажку в машину. Вот. Чтобы не остаться без воды. Все, я пошла еще с сумочкой. Может, еще найду. Вот. Сейчас знаю, новые зрители будут спрашивать, для чего мох? Красивая я у вас? Красивая? Скажите. Я знаю. Для орхидей. Мох и кора для орхидей. Фух, такой целебный мох только у меня. Говорю же, вместе ходим. Мы с Тамарой ходим парой. Вот они. Какашули-то. Не понимаю, почему он мне не дает увеличить. Что-то у меня с камерой случилось. Где-то тут они ходят. Прям рядом. Ну вот еще сумочка. Готова. Ой, все, девочки, мальчики. Я поехала домой. Фу, как мне жарко, если бы вы только знали. Я ж в теплой одежде. У меня ж еще зима. Ну как, не зима, ну. Мне все кажется, что еще холодно, что я замерзну. Фух. Красота. Красота. Лосюх не встретила. Следы встретила. Слышала, где-то шумят. Вот. Покашки видела. Ну, встретиться мы сегодня с ними. Пока не встретились. Я еще не выехала из леса, мне еще далеко ехать. Вот, поэтому, может, еще и увижу. Если увижу, вам покажу. Фу, красотища. Вообще сказочная. Буду ехать потихонечку с открытым окном и дышать свежим воздухом. Главное, сезон коры и мха открыт. Нет, мха. К
коры еще не набрала. Сейчас, может, пока еду где-нибудь, увижу, остановлюсь, соберу. Я тихонько лесом всегда еду, вообще прям, как будто пешком иду. Поэтому, может, чего-нибудь раздобуду. Ну, если что, вам покажу. Ну, а вот и кора, девочки. А вот и кора. Я ее нашла. О, какие смачные кусочки. Дали. Вот. Останется только порубить. Класс. Вообще бомбически. Так, этот даже у меня не влезет. О. Обработано природой, девочки. Вы меня часто спрашиваете, надо ли мою кору обрабатывать. Нет. Никогда. Я собираю только вот такую, видите, прям из-под под лесных опадов, завалов. Ничем ее обрабатывать не надо. Вон она какая смачная. Обработка ей не нужна. О, класс. Ну все, сезон полноценно открыт. Вон сколько ее тут. Сейчас буду откапывать. Вот она, родная. Какие смачные кусочки. Ой, красотища. Вот так я люблю в лес ездить. Вон, видите? Говорю, поеду другой дорогой. Может, что раздобуду. И раздобыла. Вон, вроде ничего не было, копнула и есть. Ой, какая красота-то. Супер. Ой, сказочно какая. Сейчас фото вот тут пособираю возле этого пенечка. Вот она. Красота. Это уже второй девочки сумка. Второй сумка все татара, кроме я. Ой, сколько. Вот это вот вы не представляете, какое богатство. Но я это не собираю. Вот это. У кого огород свой. Вообще. Так. Вот здесь по-любому что-нибудь есть. Вот, а. Ну, уже дерево-то давно упало. Вот оно. Вот, а. Вроде ничего и не было, да? А вон она вся, кора-то. В земле, в опаде. Так. Скажут, кто тут рылся. Испугаются. Вон она. Это я тут рылась. Лев. Лев рылся тут. Тут был лев. Лев — это я.
Это копнуло. Вот, пожалуйста. Вот она. Какая же нужна обработка. Это лучше, чем некоторые варят. Когда варят, все полезные свойства из коры убивают. Надо собирать правильную кору, и орхидеи будут расти обалденно в этой коре. О, видали? Прям откопала. Ну, именно, опа, вот. Именно так у меня и происходит сбор коры. Увидела пенек. Опа, вот еще. И пошла шуршать. Вот еще. А здесь, где ни копни, везде есть кора. Потому что это дерево давно упало, здесь уже даже дерева нету. Пенек стоит. А кора, вот она. В земле, девочки. О, какая смачная. Смотрите. Вообще. Да. Девчонки, у меня нет огорода своего. Я бы набрала вот этой вот вкусняшки. Смотрите. Вообще. Вот еще. Вот еще. Вот еще. Вот еще. Отсюда можно не уходить. Багажника не хватит. Вот. Да. Фу. Некоторые куски даже рубить не надо. Не резать, не рубить. Фу, девочки. Вот ваша кора, мои хорошки. Поверьте, эта кора в миллион раз лучше, чем какая-то архиата. Это не реклама своего товара, да? Но именно вот эта кора, которая проваренная, пропаренная временем, лесными дождями, собранная прям из-под земли, девочки, из-под опада. Вот такая красота. Там мох, и здесь вот столько коры. Все, я счастлива. И теперь я точно счастлива. И поехала домой.